Всем привет! Это центральный стадион Одинцова и медиафутбол в прямом эфире. Прямо сейчас команда вот этого человека – это Баста. Для начала Скоростов. Вот их состав. Мы видим Карата в стартовом составе, как и игрока, бывшего игрока Матч ТВ Злобина-младшего. Он очень неплохо проявил себя в прошлом сезоне и сейчас зарабатывает себе весты, появляясь в старте Скоростов. Джуси, его бывшая команда Тудроц, играет сегодня, но Егор Гусев в стартовом составе ростовской команды. И вот его команда, кстати, Евгений Кабаев сегодня в запасе, обратите внимание, но выходит в старте Корж, и Владимир Дидюн таким образом становится центральным полузащитником. Пунтус и Победа, тройка нападающих вместе с Коршем. Ну и вот, меня зовут Роман Нагучев, а это Виталий Берников, готов дать стартовый свисток к началу первого тайма. Удар по воротам. Джуси отражает. Батов. Ой, Максим потерял. И Злобин, очень быстрый фланговый нападающий, несется в атаку. Идет дальше. Злобин может и сам пробить. В итоге пытался под себя убрать мяч. Уже питерцы пришли. И угловой. Хорош, Злоба. Флажочек, который смог. Подача. Ух ты! Показалось, что мяч летит в створ ворот. Михаил Кизеев. Его действительно там как будто бы боялся обнаружить. Круг, встаньте, блядь, быстрее, уберите нахуй эту хуйню отсюда, блядь. Удар по воротам. Продолжает Злобин-младший. Мягкая передача по центру, и она проходит, надо же, Карат! И мяч летит. Но в этом ничего удивительного нет. Карат запивной нападающий. Просто нужно доверие. Показала его. В целом не считается чем-то очень важным. В его исполнении. Удар по воротам. И это Победимов. Классная комбинация чисто Питера. И вот, наконец, футбол возобладал над глупостью. 1-0. Вот как это было. Вот красивая атака. Раз. В одно касание. Чисто питерская стеночка. Победимов начал и закончил. Раз, раз, раз. Джуси не успел сгруппироваться, и счет становится 1-0. Сиваков и отбивает мяч Кизеев. Дальше не позволяет. Все равно назначен. Но вот момент у Михаила Сивакова. Мяч, кстати, летит мимо, но Кизеев на всякий... Подача. Удар! Его себе. И вот теперь первый тайм подошел к концу. 1-0. Чисто Питер благодаря голу Владимира Победимова выигрывает 1-0. Но у СКА Ростова приличное преимущество. И... Ну что делать, Вась? Ну, вы тоже добавьте веселье, вы же в футбол играете. Внимание, как здорово вышел на замену Данила Кравченко. Остался один, а это удар по воротам. Капитанов. Михаил Слащев все-таки сыграл лучший момент. И сумасшедший эпизод, который... Понимаешь, и все. Смотрите, офсайд. Ну, был. Был, конечно, было положение вне игры. Нормально все, мужики. Ну и футболисты СКА пытались в предыдущей атаке, подключился защитник и пробил точно в створ. Михаил Кизеев пока хорош. А это Арсений Капитанов. Лезет дальше, бьет по воротам. Скакивающий от газона мяч. Подача. А вот это уже опасно. И Михаил Кизеев. О том, что ты не можешь решать за команду, не можешь бить по своим. Если, конечно, своя команда не разрешит. Удар по воротам, перекладина. Наконец-то что-то. У каждого из нас же есть этот скилл выключить будильник 28 раз, чтобы потом спешить на работу. Классный удар, на самом деле. Мяч должен был влететь в девятку. Но футболисты сегодня красивых голов просто не заслужили. И нам ничего за это не будет. Вот такой девиз у футбольного клуба «Рокет». Удар по воротам и гол! Они все-таки сравняли!
Все-таки в этом скучном матче было что-то крутое, и это были голы. Счет становится 1-1, и Данила Кравченко не зря вышел на замену. Это как игры сборной Англии на чемпионате Европы. Ты мечтаешь, чтобы они закончились, а они потом на 90-й сравнивают и еще и потом выигрывают каким-то образом. Вот как это было. На самом деле, очень круто сыграл Адис Саид Касимов и выкатил мяч под удар другому вышедшему на замену Данилы Кравченко, и счет стал 1-1. И тут же СКА сравнял счет. Нарушение правил, так делать нельзя. Виталий Бердников тянется за карточкой. Ага, на излом идет. Нет, это решение будет изменено, скорее всего. А да. То, что он не смотрит на игрока, а смотрит и продавливание на мяч. Есть. Открытые шипы, продавливание. Красная, ребят, да? Это красная карточка, конечно. Ну вот. Удаление в исполнении Виталия Бердникова. Прямо сейчас решение изменено. Желтая карточка отменяется. Это прямая красная. Вот такое. Номер 24, где? Арсений Капитанов получает красную карточку. И я думаю, что он прекрасно это сам понимает. Ведь он даже не спорит бросать из-за боковой. Вот он это и делает. Может быть, услуги Мухина еще и не пригодятся. Момент! Ну все, да. Булетальте. 1-1. Но и болельщики Тудроц, которые тоже потихонечку подходят к следующему матчу против Fight Nights. И пенальти. Пенальти. Свисток Виталия Бердникова. Удар и гол. Очень легко. И своей семье Максим Батов посвящает этот точный удар. Готов пробить Сергея Бивалин. Он же Забивалин. Под строгим взглядом господина Осипа. Ну и вот такое исполнение. Напомню, что пижоны лежат, а великие торжествуют. И Абивалин делает все, чтобы этот момент ставили с великим комментарием Владимира Маслаченко в матче Бавария-Манчестер Юнайтед в финале Лиги Чемпионов. Пижоны лежат. Джусим против Дидюна. Очень легкий удар Владимира и 2-0. Против Никиты Балахонцева, во втором тайме хорошо игравшего. Аккуратный удар, все четко. 2-1 и решающий. Джуси чуть больше волнуется, чем спокойный Корж. Корж красиво играет. Это все-таки медиалига и может себе позволить вот так обойти Джуси и забить. Классный. Классный мяч. И чисто Питер выигрывает эту встречу очень красивым финальным булитом. Классно сыграл Корж. Это уже не пижонство, это план, который идеально Иван исполнил. Чисто Питер набирает 2 очка и одерживает победу Воденцова. И соответствующие жесты. Джуси в это время дремлет внутри своих ворот. Отличный получился финальный штрих. Но в целом игра вполне обычная. И очень жаль, что примитивно к медиалиге мы тоже можем использовать такой термин. Самая обычная, даже какая-то степень скучная игра, которая завершается вот такой легкой для Чисто Питера развязкой. Корж побеждает Карата и потом в баньку. 2 очка в турнирную таблицу вписывают напротив графы Чисто Питер.